Продолжаем выпуск. Свободная экономическая зона Коканд. На сегодняшний день на этой территории реализуется порядка 100 проектов. Предприятия специализируются на производстве строительной, пищевой, химической, текстильной, обувной продукции. Налажен выпуск экспортоориентированных товаров. При этом ведется строительство новых объектов, наращиваются объемы производства. Идея, выдвинутая руководителем страны 5 лет назад по возведению промышленных предприятий на безмолвных просторах, превратила их в быстро развивающуюся территорию свободной экономической зоны Коканд, где на сегодняшний день размещены 96 проектов в общей сложности на $316 миллионов США. На днях здесь приступили к строительству еще нескольких новых предприятий. Проектная стоимость одного из них составляет 367 миллиардов 300 миллионов сумов. Предприятие размещается на 12 гектарах площадей. С вводом в строй будет создано еще 800 новых рабочих мест. Также экспорт продукции на начальном этапе составит $13 700 000. Посредством презентации проектов на месте решаются все вопросы, связанные с их эффективной реализацией. Все это ускоряет созидательный процесс. К примеру, совсем скоро вот на этой строительной площадке сдадут в эксплуатацию 4 производственных здания и 1 административный корпус. Уже приступили к установке необходимого оборудования по выпуску, в частности, трикотажных изделий. В этом году в свободной экономической зоне нам выделили 5 гектаров площадей. Здесь будет установлено предельное ткацкое швейное оборудование. Стоимость проекта равна $7 миллионам. Продукцию намечаем отгружать на экспорт. Вот на этом предприятии производится мука и мучная продукция. Строительство начали в 2017 году. Через год запустили современную мельницу. Обеспечили постоянной работой 100 человек. Также ввели в строй еще одну технологическую линию, что позволило увеличить объемы и виды продукции. Здесь готовится к реализации очередного 4-го проекта на 65 миллиардов сумм, что даст возможность расширить производственные площади. Тем самым дополнительно будет создано 200 рабочих мест. А мощность предприятия позволит выпускать ежегодно 322 тысячи тонн мучной продукции. Согласно прогнозам, в год от ее экспорта можно будет получать $20 миллионов. Ввели в строй и предприятие по производству гипса и гипсокартона. Еллик, 5,5 миллион квадрат. Гипсокартон. Современная технология позволяет в год выпускать 5,5 миллионов квадратных метров гипсокартона и 60 тысяч тонн гипса. Стоимость проекта превышает 36 миллиардов сумм. Будет создано 50 новых рабочих мест. Данный показатель в последующем будет расти. Для работающих в свободной экономической зоне Коканд более 7 тысяч человек возводят жилье. В частности, совсем скоро завершится строительство вот этих многоэтажек. И новоселье справят в более чем 400 квартирах 10 современных домов. Здесь вырастет массив Янги Узбекистон, радуя своими красками и великолепием. В эти дни на территории свободной экономической зоны продолжается работа по созданию транспортной логистики, протягиванию газовых и электрических коммуникаций.